данном параллельном колебательном контуре. Делаю, что тут у меня 1, 2, 3, 4, 5 витков. Может быть, могут быть 4 витка. Вот. Параллельно конденсатор на 47 микрофарад подключен. Скважина 46%, из-за того, он сильно греется. 400 вольт. Параллельно сенсор подключил. Один токовый крючок. Второй параллельно конденсатор в ее мотке. Тут около 9 с чем-то метров индуктора, так называемый. Потом еще вот этот конденсатор. Частота без этого конденсатора резонансного, только с этим индуктором и конденсатором 100 кГц. Это пока без него, это просадка напряжения идет, там уже нету 26 вольт. Вот, я добавлю этот конденсатор. От потребления листа. А это скачер. А без скачера. Тут появляются какие-то листы. На камере или слышно. Осциллограф уже не может приближаться, вот он 107 кГц показывает, больше приближаться не может. Могу скважность уменьшить. Частоту регулирую.
качель никак не влияет. Вот нижний конец заземлен, начало. Это 1,8 мегагерц. Вот Рит тоже нагрелся сильно. Горошок. Так усиленный, можно сказать, горячий. Конденсатор тоже очень горячий, нагревается сильно. Когда на последовательном резонансе он был не так сильно нагревался, вот он на самом деле тоже на параллельном, потому что, то есть на последовательном, может, на параллельном. Когда начинает максимальная амплитуда, тогда он начинает потребление. Мы не знаем, что на параллельном должен ток падать. Значит, это как бы начинает как-то входить в последовательный резонанс, а не параллельный. Значит, потому что на параллельном того должен быть самый малый. Можно отстроить, что будет самый малый, а можно отстроить, что будет самый большой.